Магнитогорский металлургический комбинат – главный металлургический цех страны. Предприятие несет вахту в честь 60-летия образования СССР. Коллективы Мартеновского цеха, двухванного сталеплавильного агрегата и слябинга обязательства, взятые на год, выполнили в августе. Это была нелегкая работа, но высокий темп труда, которым славится «Магнитка», позволил металлургам рапортовать о выполнении обязательств досрочно. Коллектив комбината, объединяющий более 40 национальностей, дал за 8 месяцев продукции, дополнительно к плану, более чем на 10 миллионов рублей.